Я же говорю, перевожу. Ах, эх, эти понаехали сюда. Картошку копать даже не умеют. Лимита. На. Он забрал на плантацию к бабушке. Но это что за бабушка, это неизвестно. Мы так и не выяснили на самом деле, чья она бабушка. А, вот она, вот эта черная, это посохла, эта картошка. Mm-hmm. А мачете надо рубить, наверное, траву, чтобы... Просто людям нечего есть, а на нас вся надежда. Мы поехали на огород, мы должны что-то привезти. Давно у меня это не было. Нет, сейчас. Смотрит папа и думает, ну, наконец-таки сын занялся нормальной работой. Земной. А не то, что там микрофон держать. Все бабушки одинаковые, они, по-моему, вообще все одинаковые. Что наши бабушки, что ихние бабушки. Все добрые, все отдают, угощают. В общем, прелесть у них бабушка была на самом деле. Хоть ее и мало понимали. Бабулечка, ты такая хорошая. Да, радость. Наша знаешь, отрада. Она, да, я желтый сорвал, она говорит, это не очень здорово. Все нормально. А что есть еще? Окей. Ну еще ван. Я, например, что-нибудь срываю, бабуля кричит: «Ола! Ола!» Я такой: «А, хорошо». Она отворачивается, я выдергиваю этот лук, понимая, что ну, это не игра, это игра, и все-таки что-то такое юношеское, да, отвернулось, нужно взять. Как пахнет луком вкусно, блин. Не хочу понимать, что она говорит. Вдруг она говорит, не надо. Да. Зулусы? Ну, те же самые цыгане. Да. Меня удивило то, что они совершенно цивилизованные. Я думал, что здесь действительно все так совсем плохо. Скорее, мы должны менять эти кроссовки, мои лично. Давай поменяем. Ты будешь, да. Когда он увидел кроссовки, причем ну, достаточно обычные, простые кроссовки, вот, ему говорит, да, на хлеб, поменяться, кроссовки на хлеб, да так не может быть. Моя радость не знает границ. Что такое кроссовки, блин, по сравнению с хлебом? Вообще. Ладно, спасибо, пока. Пока, да. Все, обязательно. Окей. Окей. Спасибо. Что давай. Не скучайте. Не поминайте лихо! Ну, очень классный пацан, как бы. Я вот до этого я по телевизору его когда смотрел там, да? В общем, мне он как бы не нравился сам по себе такой. Здесь ничего. Всем помог. Свои тапочки последние продал за булку хлеба. Когда ехали обратно уже, мимо рынка проезжали, скинул с себя последние тапочки, которые на нем были, и поменял на булку хлеба. Что произвело на меня, конечно, огромное впечатление. Думаю, не каждый смог бы это сделать.